В Славянске на Кубани завершился зональный этап 11-й всекубанской спартакиады по настольному теннису «Спортивные надежды Кубани». Спартакиада проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений края. В ней принимают участие школьники 9-11 классов. Побороться за выход в финал в наш город приехало 4 команды из Краснодара, Анапы, Темрюкского и Славянского районов. Среди девушек лучший результат показала команда гимназии номер 45 города Краснодара. Среди юношей первыми стали учащиеся лицея номер 1 Славянска на Кубани. Именно эти команды и будут участвовать в финале спартакиады «Спортивные надежды Кубани», которая пройдет 11 мая. Соревнования будут проведены в нашем городе.